Фитнес-центр «Фитбери» продолжает свой эксклюзивный спортивный проект, в рамках которого четверо добровольцев на протяжении 3 месяцев будут работать над своим телом и внешним преображением вместе с командой профессиональных тренеров. Сегодня мы проводим кастинг и отсматриваем наиболее активных, наиболее интересных и, самое главное, максимально замотивированных. Потому что у человека должна быть сумасшедшая мотивация для того, чтобы прийти и фактически на протяжении 3 месяцев здесь жить. Я хочу принять участие в этом проекте, потому что он проходит в одном из лучших клубов города Тюмени. Хочу похудеть с помощью этого проекта, приобрести новые знакомства, достичь результатов. Хочу участвовать, хочу доказать себе и всем остальным, что спорт должен быть неотъемлемой частью нашей жизни, что мы все должны стремиться и получать результаты, показать на себе, какие результаты можем достичь за этот проект. Среди всех кандидатов на кастинге были отобраны 8 участников, хотя планировалось выбрать всего 4. Но увидев сильное желание попасть в проект, организаторы дали шанс показать себя еще одной четверке. Все ребята прошли медицинское обследование и получили допуск к тренировкам. Перед посещением спортзала мы рекомендуем всем людям обратиться к доктору, пройти полное обследование, в первую очередь на выявление скрытых заболеваний сердечно-сосудистой системы, которых человек не знает, для того, чтобы знать, можно ли ему выполнять какие-то нагрузки, есть ли у него какой-то риск для его здоровья. Врач фитнес-центра Владимир Шидин произвел замеры каждого участника для отслеживания динамики промежуточных и финальных результатов. Всех наших участников мы выбирали сугубо с меркантильным интересом. Они все должны были быть здоровыми. У нас была система такого многоуровневого контроля. Основной момент, связанный со здоровьем, оценивал, конечно, кардиологический центр в Тюмени. Мы оценивали состояние здоровья на своем уровне, плюс измеряли те показатели, на которые мы будем ориентироваться при подведении итогов. Новоявленные спортсмены с неиссякаемой силой и целеустремленностью вошли в ритм комфортных, но очень эффективных тренировок. Организаторы фитнес-проекта выбрали для них квалифицированных и внимательных наставников. Из 8 клиентов мне досталось 2, те, которые на понижение веса. По максимуму постараюсь им помочь. Очень ответственные попались, все соблюдают. Ну и в конечном результате посмотрим, кто из них останется и кто выиграет. Задача первой недели – это все-таки выбрать претендента на главный приз. Поэтому девочек тестировала по всем направлениям. Это и силовые показатели, и выносливость, и гибкость, и координация. То есть, всесторонние были тренировки, а не конкретно на набор мышечной массы, который у нас вот основная цель стоит. То есть общая подготовка. Задача главных – это набор мышечной массы, составляющая 3 таких основных частей – это питание, правильные тренировки, соответственно, правильные, и отдых, восстановление. То есть мы постараемся довести их до идеального состояния. Мне достались 2 участницы разных возрастных категорий. Выбор будет очень сложный. Предпочтений пока не могу отдать никому, потому что, как и у одной девушки, так и у второй девушки, вижу потенциал, да, и стремление, глаза горят. Интерес пока вижу, но скоро предстоит сделать выбор. Тренеры проконсультировали своих подопечных по вопросам правильного питания, составили дневники приемов пищи, чтобы каждая тренировка способствовала наращиванию мышечной массы, повышению тонуса, а также сжиганию жира. Выбор тех, кто останется в проекте и поборется за главный приз. Годовой абонемент фитнес-центр «Фитбери» организаторам дался непросто. Свое преображение в проекте «Толстый и тонкий» продолжат Иван Барышников, Кристина Останина, Ольга Захарова и Егор Гутенко. Я пришла в проект, чтобы привести свое тело в форму, нарастить мышечную массу, придать мышцам рельеф. Мне очень повезло с моим тренером. Она контролирует, нам помогает, расписала наше питание. Мы теперь питаемся по 8 раз в день. Я пришел в этот проект, чтобы нарастить мышечную массу. Мне нужно больше килограммов качественного мяса. Клуб очень крутой, вообще здесь все сделано для людей. Тренерский состав у нас самый шикарный. Егору вообще респект. Он с нами мучается, ставит нам технику, рассказывает, какие мышцы, как качать. Моя цель – это вернуться в спорт, сократить массу тела, укрепить мышечный тонус, сокращение подкожно-жировой прослойки, вести активный образ жизни и, самое главное, питаться правильно, активизировать себя в жизни. Я хочу быть конфеткой, чтобы не стыдно было снять обертку.
Задачи какие изначально были? Это сбросить килограммов, ну, 5 лишних, и поработать все-таки с персональными тренерами. А судя по тому, сколько весит моя футболка после тренировки, результат, ну, должен быть уже в ближайшее время. Мы желаем удачи участникам и будем следить за их достижениями в следующих выпусках.